Добрый день, уважаемые друзья. Мы понимаем, насколько сегодня сложно живется людям, тем, которые уехали из страны в поисках защиты, и тем, которые находятся в стране, но лишились работы. Это почти 10 миллионов человек. И им нужен сигнал о том, что они могут вернуться, найти работу. А для этого надо восстанавливать промышленность. Восстановление промышленности — это сегодня должно быть второй задачей после отбития российской агрессии в стране. Поэтому мы будем инициировать и надеемся, получим поддержку всего парламента по принятию закона о восстановлении национальной промышленности. Считаю, что это будет очень хорошим сигналом для людей, что есть будущее у страны, и они могут вернуться домой. Всего вам доброго, всем оставаться живыми. До новых встреч.